Здравствуйте. Сегодня я хочу вам показать программируемый выключатель-включатель для розетки. Написано, что устройство рассчитано на 10 ампер. Проверять я не буду. Амперы. Инструкцию я сфотографирую и выложу в конце ролика. Кому интересно, будет почитать. Значит, вот он у нас, получается, идет на батарейке. Включен. Мы видим время и программируем его каким образом. Есть 16 программ. Время включения и время выключения. Это одна программа каждый день недели. Либо 16 других программ с индивидуальными днями недели и временем. Неделя. Мы можем как программировать? Понедельник, вторник, по отдельности дни, через день, начиная со вторника, выходные, по первые полнедели, вторые полнедели, будние дни плюс суббота и вся неделя. Вот такие вот варианты. Как включать, выключать? Это выключено, это режим, который мы запрограммировали, вот когда написано auto, это просто режим включен. Чтобы выставить время, да, или неделю, мы держим, по-моему, клок и перебираем, вот, чтобы настроить текущую неделю, текущий день недели. Если мы хотим настроить время, то держим клок и перебираем время вот таким вот образом. Вот, я вернулся к исходным данным, 16:14. Пятница. Выполнено все довольно-таки качественно. Модель AL06. Типа 24 часа может работать постоянно. Напряжение, частота и максимальный ток. Вот так, возьмем. Попробуем его включить. Очень хорошо он вставляется. Есть у нас тут такая вот лампочка. Сейчас мы ее зафиксируем, чтобы видеть, когда она срабатывает. Включим сюда. Так. Вот. Все, настроили. Теперь у нас... А когда она включена постоянно, то будет гореть. Если мы хотим выключить, off, и еще раз переходит в режим настройки. Сейчас я его запрограммирую. Ну, например, выставим вторую программу. И выставим день недели, да? Постоянно. Время, во сколько он должен срабатывать. Допустим, 16 выберем тоже. 16, выставляем минуты. 17, начало и конец работы, тоже дни недели, время, раскочил, можно просто удерживать кнопочку, тоже будет работать, 16 и минуты, 19. Все, мы запрограммировали вторую программу и вот ее выставили. И поставили auto, да? Все, теперь, когда будет время 16:17, он у нас включится. Переводим клок и ждем. Вот, подходит время. Вот, он у нас включился. Сейчас по истечении этого времени он у нас выключится. Вот, 16:19 он должен выключиться. Если мы в этот момент хотим прервать, нажимаем на эту кнопочку. Нет, значит, эта кнопка работает, когда выключено устройство. Когда оно включено, оно не срабатывает. То есть можно отменить программу, а потом снова задать, чтобы не
вытаскивать из сети устройства. Ну, например, вы там уезжаете на пару дней, вы не хотите ничего выдирать, можете как on-off, так и отменить, просто чтобы он постоянно работал. Погрешность устройства плюс-минус 1 минута на месяц. Батарея написана здесь аккумуляторная, никель-металл-гидридная на 1,2 вольта, 80 мАч. То есть можно будет, если что, поменять его. Ее. И может работать при температуре от минус 10 до плюс 40 градусов по Цельсию. Вот подходит наше время. И сейчас она должна выключиться. Что и произошло. Вот такой вот прибор. Можем снова включить. Программ может быть много здесь. И кнопочка Reset, чтобы сбросить все на свои заводские настройки. Весьма хороший прибор. Мне он понравился. Розетка тоже такая универсальная, я бы сказал. И американская, и европейская, и китайская, что ли. Вот я разобрал это устройство. Действительно, все соответствует тому, что написано. Аккумуляторная батарея тут. И релюшка на 10 ампер. Блок управления здесь. Программирование. И управляется вот релюшкой. По поводу отмены, удаления программ. Вот эта кнопочка. Допустим, мы выбираем, что нам вторая программа не нужна. Мы удаляем ее. Удаляем. Ну, вот как бы, наверное, и все я вам рассказал. Все, всем удачи, пока-пока.